Друзья, всем привет. Ну что, попробуем сегодня выехать на рыбалочку. Решили сегодня поэкспериментировать. И эксперимент сегодня будет заключаться в том, что поедем мы пробовать ловить леща. Вот в планах есть поймать леща, но, как говорится, не знаю, у леща есть в планах попасться нам. Но, как было, вариантов немного, куда поехать, потому что все сильно замело. И буквально поедем недалеко от города на речку. Просто больше никуда не проехать абсолютно. И будем пробовать ловить леща. Ну, если леща не поймаем, может быть, половим какую-нибудь другую белую рыбку. Трудно сказать, потому что все это в первый раз. На самом деле, никогда не пробовал ловить леща зимой. Поэтому интересно самому, как это все дело будет происходить. Ну, поглядим. Закормили, поставили удочку, будем ждать. Погреемся. Чуть температура понижается. К дню. Ладно, раз Леня отказывается брать, пройдемся по окуню. Может, найдем его. Посмотрим сейчас. Яма, конечно, такая неплохая. Везде по 6, по 7 метров. Минималка 5. Но почему-то лещ еще не активен.
Фу. Вот так вот. Фу. Красавец. Голавлик. Вот он такой балансирчик. Аж адреналинчик хапнул. Балансир-то вообще. Акуниной. Акуниной. Закрашу губы. Вот такой. Просто отличный красавец. Голавлик. Адреналинчик я схватил. И от нуля ушел. Вот такой. Красавец. Что, друзья, кого я вот этого не ожидал, я друга точно поймать сегодня. Просто ходил по куньку, потому что в прилищу вообще ничего не получилось. Не клюет сегодня. И просто ничего не клюет. Вот она единственная. Все-таки не зря вышел сегодня. Вот такой красавец. И вот опять, друзья, вот такой вот ямановский. Называется Рипус. Не помню, 3,5, что ли, он грамма. Вообще вот такой, такой малюська. И вот такой красавец. Просто обалдеть. Голавль зимой. Летом-то не всегда таких размеров поймаешь. А это зимой попался. Просто, просто супер. Так, ребят, вообще просто глушь полная. Глухозимье, как говорится. Мы вот здесь с Димасом вдвоем и еще один мужичок. Вот он поймал пару подлещиков с рук, и все, больше вообще ничего, никто. Вот такие дела. И вот я решил пойти по кушку, пройтись с балансирчиком. И вот такой сюрприз меня ждал. Но эмоции получил. Так что уже рыбалка состоялась. Так, ну что, продолжим дальше. Может, еще кого-нибудь найдем. Вот это сюрприз у меня сегодня получился. Да, ловил окуня, а поймал вот такого красавца. Лобастого. Я даже, честно говоря, не знаю, вообще зимой головли ловят, где они вообще стоят. Как они себя ведут. Вообще даже без понятия. Вот кого-кого от головля в последнюю очередь ожидал поймать. Можно сказать, даже не думал никогда об этом зимой. Но, оказывается, и зимой ловится на балансира головли. Ребят, делал я уже обзорчик у себя на канале на вот эти балансира фирмы Yaman. Кому интересно, заходите, ссылку оставлю. Вот это не реклама, просто реально балансиры хорошо работают. Сам не ожидал. Решил попробовать купить, проверить, потому что дешево стоили. И вот такие результаты приносят. На первой же рыбалке разловил их небольшими щучками. И вот еще на очередной рыбалке голавль. Я в шоке. Так, сейчас пойдем зависим этого красавца. Даже весы работают. Сейчас посмотрим, сколько этот малыш у нас будет весить. Так. Ну, при восьмерке под килушку. Хороший. Так, ну что, друзья, темнеет. Будем собираться домой. В общем, больше ничего не удалось поймать.
вот только вот этого красавца и все. Ну и на этом спасибо. Вот такая получилась, я бы сказал, неожиданная рыбалка. Кому понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем до новых рыбалок. Пока.